Берет инициативу в свои руки. Нашел одного. Да, на щупу хорошо. Забрать не получилось. Дальше под размен не удается ничего противопоставить Брынзану. Монзи, какой ноускоп. Хорошо зарядил на одного оппонента. Дальше пытается фейковать. Дает еще хэдшот. Знаешь, что за тройка остается. Еще один противник. Тот просто уже прячется. Не казни меня, Монзи. Бомбу как еще успеет поставить, он Монзи. Это или делает? Он поставил бомбу. Да, да, да. Стоп. Один на один против черепахи. 32% здоровья. Учит. Вот и коктейль. Теперь Монси знает, откуда ждать оппонента. Монси! Монси! Берет этот раунд! Черт возьми! Что только что выиграл этот невероятный, молодой, перспективный, так сказать, горячий кейсер! Тоже это готовый киберспортсмен. Два ноускопа минимум залетело. Вот что прилетело в Вуди, нелегалочка? За этим вообще гонялся. Why are you running? Why are you running? Говорит он Брынзану, забирает, ставит бомбу на последний. Вот уже там нолик этот готовился на таймере. Это Монси, познакомьтесь, новая звезда команды G2. Ух, вроде бы и все правильно делал черепаха, понимал четко, где находится последний. На прыжке выходил, но как только оторвался от земли, сразу же получил точный выстрел с АВП. Тайм-аут от G2, действительно, после такого раунда надо немного подостыть. Олег себе ликует и не понимает, как ты это сделал. Саша, я иду за тобой. Получается так? Получается действительно так. Если Монси в этой дуэли будет в такой форме... Оп, сюда. Подписочки на социалочке Монси оформили все.